дорогие друзья! Добро пожаловать в Москву на Третью Песчаную улицу. И нас сегодня ждет классный футбольный вечерок. Классные условия. ЦСКА против Краснодара. Файзулаевы успел эту передачу перехватить. Мойзе! Удар поворотом! Низом стелющийся удар. Хороший. Игре ЦСКА вот эту обликовщину, да, о которой ты говорил. Гаич! Удар! Какой! Айда Гаич! Айда! Милан Гаич! Если Гаич забивает, то забивает красиво. Помнится его дубль ворота московского «Спартака». Быстро армейцы мяч разыграли. И Абот Файзулаев уже у чужой штрафной. Койта! Койта! Кривцов высматривает, кому бы сделать передачу штрафную. Находит только Ленини. Хороший подбор игроков. Удар! Ух, какой! А вот здесь уже Дюбин тащит. Боже мой. Здорово. Как красиво это смотрелось. Здорово. Джамалединов. Мимо. Мог сейчас Рифан забить свой первый мяч за ЦСКА. И он уже в штрафной. Подача. 2-0. Кисляк. Матвей Кисляк. Ну, ЦСКА, конечно, был ближе ко второму голу. Но во втором тайме, чем Краснодар. Будто бы чуть-чуть-чуть. Все надежно. Да, ЦСКА выигрывает 2-0 и набирает важные 3 очка. И абсолютно закономерные, важные по игре сегодняшние 3 очка ЦСКА берет и располагается, как и располагался армейский клуб за Краснодаром в турнирной таблице. 8 очков у ЦСКА, 9 у Краснодара.